Доброго времени суток, добро пожаловать на канал Перманцер, и это новое видео по игре Final Fantasy 3, приятного просмотра. В предыдущей серии мы с вами получили силу Камня Земли, ну и по сути все. Я, как и говорил, немножко прокачался, ну как прокачался, добил характеристики, нет, не характеристики, профессии до конца, скажем так, чтобы вам голову не морочить. Толком ничего особо не сделал, ну, деньги не заработал особо, снарягу не менял. Осталось все так же, как и было. Ну, пойдем мы сейчас с вами дальше мучиться с лабиринтом древних. По сути, так. Так, лабиринт древних. Здесь у нас камень как раз находился, да? Да, камень находился именно тут. Нас он сейчас не интересует. Никак вообще. Так, здесь пройти нельзя, зато вот здесь можно. Естественно, нас кто-нибудь нападет, не без этого. Я забыл, кто ты. Клонуны, точно. Так, ее сейчас закидаем чутка чем-нибудь. Она для нас сейчас вообще никаких особых сложностей не представляет. По идее. Хотя жезл света ее не сильно дамажит, насколько я помню. Нет, все-таки она доставляет каких-то неприятностей, но не так, чтобы очень сильно. Все равно ее можно убить. Так, мы немножечко поменяли магию, да, насколько я помню. Совсем чуть-чуть. Ну как, чуть-чуть. Прилично, конечно, изменений было в магии, но не так, чтобы прям очень. 10 тысяч у нее, насколько я помню, да? Угу. Не успел я полечиться, но неважно. Так, 8500 гилей, 3600 опыта. Реферанг профессии повысился. Ингус также. Окей. Окей, так. Мы шуруем сейчас в пароход, насколько я помню. Потому что здесь больше ничего нет. О, кого я давно не видел. Танатос, да? Ну... В принципе, его-то мы вообще не видели, а видели мы его другую форму, так скажем. Забыл, как она называется. Из головы совершенно вылетела. А как тебя звали-то? О, это был Крит. Это все, походу. Это вафли. Ну, я и не вспомню, ладно, не суть. Вылетело из головы, как у него вторая форма называлась. Ну, не вторая, получается, а первая, наверное, с которой мы встретились. Ну, кстати, бьет он довольно неприятно. Но все равно переживаемо. Блин, да как же у него форма-то называлась? А, пофиг. Не вспомню. Я бы с радостью и вспомнил бы, наверное, если бы хоть в голове что-то было в данный момент. Ну, в плане названия. Не вспомню я, как его зовут. Ну, короче, суть в том, что мы его видели уже. Только он был синий, насколько я помню, а не фиолетовый. Так, 5000 гилей, 2800 опыта. 850 опыта. Сильное зелье. Это неплохо, в принципе. Так, кстати, с зельками-то закупился? Да, я закупался зельками. Отлично. Так, ну, ждет нас, не знаю, некоторое количество боссов должно быть, как бы, по идее. Но это не точно. Так, сундуки. Сундуки я люблю. Кристальный щит. Поцелуй Лилит. Ну, честно сказать, такое. Щитами мы, в принципе, не пользуемся, а поцелуй Лилит, да, это предмет использовать в бою. Не знаю, я использовал последний раз предметы, это были... Перья Феникса. Хочу поиспользовать немножко вот таких вот странных предметов, как... Ой, предметов. Странную магию по призывам. Хочу Шибу сейчас призвать, а второго забыл, как зовут. Ну, по-моему... Взрыв разума. Так. Кто у нас тут? А ты кто? Я вот, например, не помню, кто ты. Так, и гипноз. Это Шива. Это понятно.
Гипноз отменяет атаку, неплохо. Так, подожди. Измерось это Шиву. А, это Рама был. Понятно. Так, значит, призываем Гипера и Ифрита. Но мне кажется, что мы не успеем призвать ни Гипера, ни Ифрита. Ее убьют раньше. Да, все верно. Убили раньше. Ну ладно, не суть. Убили и убили. 8500 гили. Кстати, денег за нее дают прям вообще. Вот прям нормально так дают. И 3600 очков опыта. Арк ран профессии повысился. Хорошо. Хорошо. Так. В правой части у нас ничего. Поломов в стенках я не вижу. Ну и ладно. Так. Ага, сундучок. Запалился. Латы кристалла. Кстати, вот латы кристалла, возможно, кому-то еще подойдут. Сомневаюсь, конечно. Ой, черный покров верни на место, как было. Так, плащ волшебника, так доспехи Гензи. А, нет, никому не подходит. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Вниз я там пройти никак не смогу. Там лава. С правой стороны скорее... О, сундук. Здорово. Белый мускус. Это же бесполезно для меня сейчас. Нет, ну, возможно, он полезный предмет, но я его еще ни разу не нашел, как, на что можно применить. Костяной дракон. Ну, насколько я помню, мы его первым феникса убивали, но я думаю, сейчас мы с ним справимся и в другом духе. Так, гипер. И обычная атака также. Он, насколько я помню, жирный и бьет больно. Это то, что было в его описании. В описании костяного дракона. Естественно. Но нет. Он слишком простой сейчас для нас. Хотя всего два крита влетело, неплохо. 7800 гилей, 2850 очков опыта. Леона транк профессии повысился. Окей. Тик. За лавой ничего не спрятано. Здесь тоже, но здесь есть сундук. Наручи кристалла. Ну, блин, единственное, что может быть, мы сможем на это напялить кому-нибудь. Что-то у меня начались сомнения, что мы сможем это сделать. Нет, не можем. Значит, не нужно. Значит, и обойдемся. Ладно, идем дальше. Так, здесь у нас что? Здесь у нас шлем кристалла. Ну, это, походу, какого-то рыцаря собирать, но я рыцарями-то сейчас в данный момент особо и не пользуюсь. Хотя темного рыцаря я бы заимел, но не думаю, что в этом есть смысл. Ладно, так. Мне кажется, что я иду туда, куда мне нужно, но я хотел бы еще осмотреть это место на наличие кристаллов. Ой, кристаллов, сундуков. Кристальное снаряжение меня немножко сбило с толку. Тык. Минус. Ну, жезлы света не убьют второго, поэтому урон мы все-таки схватим небольшой. Ну, я думаю, это не сильно на нас как-то повлияет. Хотя, с другой стороны, может и повлияет, фиг знает. Ну, увидим, сейчас узнаем. Бум. Ну, это не больно. Атака. Магия. Мы все-таки жар и... Гипера не успеем призвать. Я зря их сейчас выбирал. Сидел. Потому что Ингус с Люнатом должны с ним справиться. Ну там, одного Ингуса хватило. Окей. Тык, 4000 гилей, 3800 очков опыта. Люнат уровень повысился. Арк также. И Ингус также. И, кстати, ранг профессии еще повысил. Заодно. Неплохо, в принципе. О, два сундука. Не зря я сюда пошел. Меч разлома. Угу. Меч разлома. Ингус, как ты смотришь на меч разлома? Ну, в принципе, я так и подумал, что никак. А здесь у нас гнев Чокоба. Ну, гнев Чокоба, это, конечно, тоже неплохо, но... Фиг знает. Здесь ничего. Гнев Чокоба, насколько я помню, из боя нас вытаскивает, да? Или я ошибаюсь? Я могу и ошибаться, но не думаю, что все так настолько плохо. Так, жар хочу призвать. Хоть посмотреть на него. Не факт, конечно, что у меня выйдет это, но все-таки. Да, в этот раз получится. Все монстры атакуют. О, исцеляющий свет.
А, атака это или... Должна быть атака, по факту. А, нет, хилит нас. Это я зря, конечно, хил тогда использовал, получается. Ну, кстати, какой получается? Четвертый уровень лечения. Неплохо. Неплохо. Так, эфрит, значит, нас хилит. Надо запомнить. Ладно, а Титос? Что делает Титос? Конечно, в этот раз мы вряд ли посмотрим, что он делает, но все-таки. Надо будет запомнить. Жар хилит. Причем хорошо хилит. Ладно, 7700 гилей, 2850 очков опыта. Хорош. Так. Идем в правую часть. Сейчас тоже заначка как, в виде какого-нибудь сундука по-любому есть, да. Хакен. А в той комнатке мы были? По-моему, не были. На всякий случай вернусь. Вдруг не был, действительно. Там какой-то кусок земли вроде был. Так, атака обычная. Гипер. Еще один гипер. Ну, так, на всякий случай. Блин, а я, если что, поднять себе характеристики же не смогу. Ну, в виде маны, я имею в виду. И бочка здесь вряд ли стоит. Ну ладно. Думаю, как-нибудь справимся, если что, вдруг. А, так он слабенький. Топот слабенький. Можно было бы и получше. Да, два топота не убили даже его. Обидно. Что я могу сказать? Ой. А не поздновато ли ты крит решил использовать? Ну ладно. Не суть. Так, 4000 гилей, 3800 очков опыта. Угу. Реферант профессии повысился. Хорошо. Так. А, блин, были мы тут. Ну ладно. Что-то мне как-то обидно даже стало. Я думал, мы здесь не были и пошел проверять, а оказывается были. Так, призыв нас хилит, но призывы мы не можем использовать в переходных менюшках, я так понимаю. Обидно. О, посохи вообще-то не бьют даже. Я думал, посохи хоть какой-то урон ей наносит. Нифига. Ну, ладно. Обойдемся без урона от посохов. Там, скорее всего, оставалось где-то в порядке 500 хп, не больше. Ну ладно. 8500 гилей, 3600 очков опыта. Алена Тан профессии повысился. Рефи уровень повысился, неужели? Так, давай хиляться. Хиляемся. Ну и побежали дальше. Получается, здесь мы все зачистили. Все сундуки собрали, все зачистили. Осталось только свалить. Демон, да? Ну, в этом случае архидемон, но не суть. Обычным тогда его жезлами заклюем и атаками. Не думаю, что он очень сильный, по ХП имеется в виду. Но и не слабо уж точно. Об этом тоже надо думать. Странно, что здесь баночек на ману нет. Баночка на ману спасла бы ситуацию. Хотя, я думаю, здесь это, в принципе, было бы все-таки бесполезно. Вызов? А, вот ты какой демон, блин. А я-то думаю, что сейчас будет, и вот что произошло. Давай, изморозь тогда сделаем. Они здесь на магию особо не клюют. Ну и давай гипера. Не знаю зачем, но очень хочется. Минус. Давай кританем. О, он меня прям услышал. А, все равно урон не хватило. Так, подожди. Уши его не только гипноз, но еще ли...
Это третий мороз был. Ну, не мороз, а буран. Я понял. 6800 гилей, 4750 очков опыта. Аркан к профессии повысился. Ингус также. А, нет, не третий, второй. Второй стенку вызывает. Нет, третий. Третий стенку вызывает. Второй делает его более таким угловатым. Обычный кристаллик. Я вспомнил. Шипастым его делает, точнее. Здорово, костяной дракон, опять ты. Так, значит, у Ифрита тоже есть еще одна форма, да? Ну, давай тогда попробуем вот так еще раз сделать. Просто потому, что мне так хочется. Главное, всю ману не потерять, пока мы не дойдем до боссов каких-нибудь. Действительно, боссов. Ну, здесь вот гроза уже. До этого был взрыв разума, насколько я помню. Третья молния. Да, по сути, ничего не дает. А здесь опять хил. А здесь опять хил. Ну, кстати, очень вовремя хил. Мне как раз его использовать надо было бы после боя. Мне вот интересно, сколько у меня маны в запасах. Ну, на 15 заклинаний хватит, поэтому я могу не беспокоиться. На босса мне в любом случае хватит. Но хотелось бы большего. Давай будем честными. Хотелось бы большего. 7800 гилей, 2850 очков опыта. Угу. Пошли дальше. Так, на нас снова нападают. В очередной раз это клон Уна. Я бы вихрь использовал. А, хотя тут нет ничего. Поэтому можно попробовать вихрь использовать. Я огонь 3 хочу попробовать. А, нет, там катастро. Катастро я помню. Левика я тоже помню. Хочу протестить магию. Какую я еще не видел в своих руках, так скажем. Огонь 3. Ну, выглядит так себе. Выглядит так себе. 8500 гилей, 3600 очков опыта. Хорошо. Хилочек надо небольшой сделать. Мудрецу нашему. Рефи. Так, все, сундуки, походу, закончились, да? Опять демон. Опять демон. Так, ладно, демон. На тебе все-таки вихрем по лицу. Че мы еще не видели? Мол, не видели, это все видели. Молчание нафиг нам не нужно. Катастро, Левиафана. Богомура мы не видели, но это слишком жирно призывать его на таком маленьком слабеньком монстрике. Давай еще раз Шиву призовем. Хочется мне. От крита бы я сейчас не отказался, но нет, обойдемся. Я понял. Давай без вызовов только вот. Нет, опять вызов. Не. Так, вихрь. Тут же такое. Снова гипноз. Ну, гипноз, насколько я помню. Такое себе. Ну, нет, но оно не такое себе, но... Но. Но есть но. Ты умираешь, а мы идем дальше. 6800 гилей, 4750 очков опыта. Люна, танк профессии повысился. Также Рифи. Так, здесь кроме лавы есть что-нибудь умное? Очень большая комната. Сражений много. Будет. О, сундук увидел. Еще один сундук. Перо Феникса. Пожалуй, я хильнусь.
Так, подожди. Перо Феникса. Почему-то подумал, что сейчас словил себя на мысли какое-то кольцо Феникса. Думаю, чего? Ну, действительно лабиринт. Ну, почти. В этой комнате практически нет противников. Меня это радует. Защитное кольцо. Ну, у нас одно было. Второе надо Ингусу. Засандалить, наверное, да? А, нет. Ингусу бесполезно защитное кольцо напяливать. А вот здесь будет смысл от него. Поэтому напяливаем. Очень много в этом лабиринте предметов интересных. Так, что мы тут видим? Маленькую тропинку мы тут видим. О, сундук. Святая пика. Но это если бы мы пользовались драгунами. Драгуна у нас сейчас нет, поэтому пофиг. Когти дьявола. А вот это вот у нас есть кому напялить сейчас. Каратист. Отравляет противника. А что у нас хуже? Когти из металла. Меняем. Ну, так, навскидочку пройдемся сюда. Вдруг все... Нет. Ничего здесь нет, поэтому пойдем отсюда. Ну и тут проход. Пошли. Так. Серьезно? Все? И это весь лабиринт древних, да? Ладно. Делаем вот так тогда. Ну и пойдем внутрь. Кстати, я начинал с 70 тысячами, сейчас у меня 150. Кристальная башня. Так, ну здесь проход, понятно. Нападать на нас здесь кто-нибудь будет? Да, будут. Обязательно. Ну вы кто? А, я вспомнил, кто вы. Бланки. Ну, Блаки точнее. Именно вас я не видел ни разу, а вот противников вашего типа я видел. И, кстати, видел их последний раз вроде как в пещере тьмы. Если не ошибаюсь. Слушай, да они жирные. Да, они жестко жирные прям. Ладно. Надо будет с ними быть поаккуратнее. Вызов. Серьезно, еще какого-то чепушилу вызвали. Магического. Кум-кум. Ну ладно. Ну чепушило магически, прям чепушило, я бы сказал. Кого на это? Еще одного такого же. А, я, кажется, вспомнил. В кристальной башне где-то что-то в описаниях было по поводу того, что мы здесь можем на них поднимать опыт прям знатно. Или деньги, или опыт, точно не помню что. Один бой может затянуться надолго. Ага, и атакуйте вы молнии 3. Жирный урон. Но больше ты никого не призовешь, дядя. Ладно. Не, неплохой бой, мне нравится. Надо, правда, немного аккуратнее быть, насколько я понимаю. В этом случае. А иначе можно и отъехать. Мы могли продолжить, конечно, этот бой. Скажем так, еще немножко посидеть, потупить. И бой этот продолжить. Что мы поднимаем здесь за двух кумкумов? 10510 гилий. 8600 опыта. Кстати говоря, нехило. Аркан профессии повысился. Ингус также. Нифига, 9000 опыта почти. Нехило. А здесь водичка есть такая вкусная? Я немножко хильнусь, но чисто ради проверки. Нет, водички здесь хилищей нет. Ну, я так понимаю, мне нужно внутрь идти, да? Потому что это вход обычный. Уне? А, клон Доги. Давайте тосов призовем. Парочку. Ну, потому что они просто бьют физической атакой. Это не магия.
Треска. Ну ты маг, да. Треска, конечно, неприятная штука, но не смертельная. Недостаточно сильно. Избиение. Так, в этот раз не топот, в этот раз избиение. Вот с таким же уроном, в принципе. Ладно, давай его убиваем тогда. По факту я бы похилился бы где-нибудь. Неприятно, конечно, получается. В смысле, ты еще до сих пор живешь? Неужели? А что по характеристикам? Ой, характеристикам. 5000 гили, всего 4000 опыта. Ну, я бы сказал, что это довольно сомнительный монстр. С желанием его убивать у меня его нет. Прям убивать его я не хотел бы. Так, дверцу мы вскрываем. Эй, что происходит? Это вход внутрь. Ключ, который нам дал Дога, сработал. Сделаем это. И нас куда-то перетащило. Запретная земля Эврика. Насколько я помню из какого-то там описания, как раз в этой земле есть скрытый город. Абайя. Но мне кажется, что я зря так понадеялся на нашу физатаку. Особенно от этих двоих. Ожидать чего-то прям, не знаю, несвершимого. А, нет, смотри-ка, получилось. Я думал, что мы не справимся. 2700 гилий, 2000 опыта всего. Леон ранг профессии повысился. Ну прям, не знаю, такое, по-моему. О, сундуки. Одеяние Фумы. Гнев Чокова. Что за одеяние Фумы? Это, скорее всего, вам, да? Нет. А, вот куда это. Ну, давай. Я видел у многих людей... я смотрел немного описание данной игры, некоторых локаций. И вот видел у некоторых людей в прохождениях... они где-то ленточки брали. Это тот предмет, который нам позволяет не получать какие-то там... Как это правильно назвать? Как это правильно назвать? Ща. Негативные статусы. Вот. Но, скажем так, я до сих пор ни одной ленточки не нашел. Не знаю, я прям сильно не углублялся, конечно, в просмотр прохождений и все остальное. Нет. Я посмотрел только то, что мне было действительно интересно. Но вот ленточки до сих пор я не нашел. Никакие. И возможно, они будут позже. Либо их надо будет закупить в Эврике. Я не знаю. Но, скажем так, суть остается сутью. Я не нашел ни одной еще ленты. А избегать негативных статусов мне бы хотелось. Давай будем честны. Скорее всего, здесь есть скрытый город, в который мы должны попасть. И как раз ленты, скорее всего, продаются именно там. Надеемся на это. 5400 гилий, 4000 опыта. Реферан профессии повысился. Но в крайний случай мы можем вернуться в кристальную башню и подраться с теми типами, которые призывают друзей своих. Ладно, здесь ничего нет. Больше. А здесь одни вот эти эбисы, или как у вас там? Абайи. А здесь эти абайя. Так, призову на всякий случай двоих. Если вдруг одно меня не похилит. Хотя я, скорее всего, убью его до того, как произойдет хил. Да. Обидно.
2700 гилей, 2000 очков опыта. Или у нас уровень повысился. Так, ну, довольно долго уже сидим. А то вдруг я сейчас еще на какого-нибудь босса нарвусь. Давай, наверное, здесь остановимся. Делаем сквиксейв. Пока мы еще ничего не нашли. Но суть остается сутью. На этом все. Если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Увидимся позже. Всем пока.